Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь с грозой. Во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь, возможен град. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 градусов, днем 23-28. В горах ночью от плюс 6 до плюс 11. Днем потеплеет до плюс 22. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 15-17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 28. В летнее время жители Карачаева-Черкесии отдыхают на различных курортах и за границей. Но, как оказалось, не все смогут выехать в другие страны из-за накопившихся долгов. Гость нашей программы, ведущий специалист, эксперт отдела исполнительного производства управления судебных приставов по Карачаево-Черкесии, рассказал нам о том, кто не сможет поехать отдыхать в заграничные курорты. С гостем беседует Алихан Лепшоков. Для начала хотелось бы поблагодарить вас, Белла Борисовна, за то, что уделили нам время и решили ответить на наши вопросы. В самом разгаре сезон отпусков и летних путешествий многие ли жители нашей республики не смогут выехать за границу? Судебными приставами, исполнителями структурных подразделений управления с начала 2019 года ведется активная работа именно по мере принудительного исполнения, такая как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. На текущий месяц уже действующих постановлений вынесено 14 362. За аналогичный год было вынесено 7 809, действовало постановлений за этот же период. А в каких случаях закрывается путь человеку за рубеж? Человек не может выехать за рубеж в тех случаях, когда не выполняет исполнение требований исполнительного документа. В этом случае судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление ограничения о выезде за пределы Российской Федерации, если сумма превышает 30 тысяч рублей. Следует отметить, что при неисполнении должником требований исполнительного документа по истечению 2 месяцев после добровольного срока оплаты судебный пристав также может вправе вынести постановление сам по собственной инициативе или по заявлению взыскателя по задолженности, которая превышает свыше 10 тысяч рублей. Также постановление о временном ограничении выносится по отдельным категориям различным: взыскание кредитных, налоговых платежей, алиментов, пользу топливно-энергетического комплекса и так далее. Скажите, пожалуйста, может ли человек, который хочет выехать за рубеж, погасить половину задолженности или большую его часть? Нет, так как основным условием для снятия ограничения, постановление на временное ограничение, является полное погашение своих обязательств. Если заблаговременно должник не узнает о своих долгах и не предпримет никаких мер, то при переходе границы пограничный контроль он не пройдет. Узнать о своих долгах можно на сайте управления. А что можно увидеть именно на сайте? В банке данных исполнительных производств в разделе «Узнай о своих долгах» позволяет не только узнать о своих долгах, также, не выходя из сайта, оплатить их. Также имеется более 10 сервисных электронных систем для оплаты. Там можно оплатить как с карты, так и со счета телефона. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11:25 с ведущей Аллой Динаевой. Удачного дня, до завтра. Есть только один способ избавиться от катаракты. И это не капли. Обратитесь в офтальмологическую клинику 3Z сегодня, чтобы не потерять зрение завтра. 20 июля, 11:00. Отпразднуй наше новоселье вместе с нами. И выбери шикарную мебель на свой вкус. Магазин «Галерея мебели». Теперь целых 3 этажа в торговом центре «Кавказ». Вас ждет концерт и бесплатное мороженое. Город Черкесск, улица Октябрьская, 341. Сроки акции, количество товара, подробности и порядок проведения уточняйте у продавцов в «Галерее мебели». В Кисловодском цирке шоу «Империя львиц». Телефон 296-58. Как мы делаем соки и нектары «Сочная долина»?
собираем спелые кубанские яблоки, тщательно моем, отжимаем, бережно сохраняем. Готово! Сочная долина. Кубанские соки и нектары. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают. Не жги сухую траву, будет пожар. При обнаружении травяного или лесного пожара звони 8 800 194 00.